Алексей Исаев заканчивает 4-й курс. Впереди у него защита диплома и выбор дальнейшего профессионального пути. Отличным подспорьем при устройстве на престижное место работы станет диплом победителя регионального этапа чемпионата профессионального мастерства WorldSkills 2018. Студент СПТ выступил в направлении электромонтаж. Участие в этом конкурсе дало мне большой опыт в электромонтажных работах, также где будет полезно мне на работе то же самое. 3 дня, 15 часов усиленной работы и несколько этапов конкурса. Условия чемпионата профмастерства были максимально приближенными к реальной ситуации на предприятии. Претендентам на победу предстояло выполнить необходимые слесарные работы, задания по программированию и найти неисправности в оборудовании. Развешиваем оборудование, элементы трассы, проводящей магистрали, после чего делаем коммутацию щита и стальных оборудований. И в конце, когда заканчиваешь работу, нужно сделать отчет на металлосвязь и на проверку сопротивления изоляции. Студент 3-го курса Федор Апарин изучает в Саровском политехникуме технологии машиностроения. На чемпионате профессионального мастерства он выступал впервые. Дебют на таком престижном конкурсе принес ему только 5-е место. Но старания саровчанина отметили специальным медальоном за профессионализм. На конкурсе я создавал 3D-модели по чертежам. И с помощью этих 3D-моделей и уже существующих 3D-моделей создавал сборки. Максим Шишенин не первый год работает над созданием специальной жидкости для магнитно-жидкостных уплотнителей. Со своим проектом он успешно представил наш город на всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура». Максим выступил в секции «Математика и информационные технологии». По итогам конференции студент был награжден дипломом 1-й степени. В данной работе я постарался представить природу, физическую природу данной жидкости и те свойства, которые мы получили, с помощью которых он обладает новой структурой и, опять же, новыми свойствами. Статья о разработке Максима Шишенина вошла в сборник работ участников Всероссийской конференции, а его научный руководитель Игорь Столяров награжден знаком отличия за успехи в научно-исследовательской работе студентов. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.